Здравствуйте, уважаемые любители часов. Интернет-магазин BestWatch представляет вам мужскую спортивную коллекцию Формулы-1 от известной швейцарской компании Jacqueline. Перед нами специальный выпуск, лимитированная серия, которая ограничена всего лишь 500 единицами экземпляров данной модели. Привлекательный современный спортивный мужской кварцевый хронограф, выполненный полностью в черном цвете. Это очень популярно на сегодняшний день для всех любителей быстрой езды, высокой скорости и фанатов ревомоторов. Представляем эту линейку часов. Очень интересно выполнен циферблат данной модели. Он изготовлен в два уровня с полностью прозрачным диском даты. Основная отметка сегодняшнего дня будет располагаться в апертуре между часами 4 и 5. Крупная заводная головка, очень удобная для вращения, стилизованные кнопки управления хронографом. Ремень выполнен из натуральной кожи, на него нанесен логотип командных соревнований Формулы-1. Выполнен он в два слоя, очень толстый, с прошивкой по периметру, будет долго носиться и доставлять только комфортные ощущения. Корпус, изготовленный из высококачественной нержавеющей стали, имеет ультрасовременное износостойкое черное PVD-покрытие. Диаметр корпуса составил 48 мм. Довольно-таки габаритные часы, но садятся хорошо практически на любое запястье. Вот посмотрите, на среднем запястье 18 см они, в общем-то, сидят неплохо. Стекло плоское, изготовлено из закаленного минерала, имеет специальное сапфировое напыление для защиты от царапин. Очень широкие контрастные индексы, стрелки и арабские цифры. Все это имеет люминесцентное покрытие для лучшей читаемости в темное время суток. Секундная стрелка часов бежит возле отметки 6 часов. Возле отметки 3 часа находится суточный индикатор времени, так называемый индикатор дня и ночи. И возле отметки 9 часов расположился 60-минутный накопительный счетчик хронографа. Управление секундомером классическое. Верхняя кнопка запускает его, она же его останавливает. И нижней кнопкой мы обнуляем счетчики в положение 12 часов. Под стеклом по ранту на циферблате нанесена тахиметрическая шкала для измерения средней скорости на километровом участке пути. Стрелки очень красиво и необычно современно выполнены. Мы видим, что у них находятся отверстия, напоминающие нам какие-то узлы и жесткие крепления в кабине спортивного болида. Водозащита у часов 10 атмосфер, капли брызги дождь, купание в любой воде всегда пожалуйста. После соленой рекомендуем промыть часы пресной водой, чтобы на них не оставалась соль. Задняя крышка завинчивается для обеспечения лучшей герметичности. Здесь мы также видим логотип соревнований Формулы-1. Внутри корпуса установлен высокоточный кварцевый японский механизм от компании Miyota, механизм хронографа. Полный запас хода элемента питания составляет 30 месяцев. Гарантия на часы Jacqueline 2 года. С полной коллекцией этих современных спортивных часов вы можете ознакомиться на нашем сайте. Наши коллекции постоянно пополняются, мы следим за новинками и всегда рады предложить вам самую лучшую цену. Мы ждем вас на нашем сайте.